ария из мессы си-минорной, была до-минорная прелюдия из второго тома, ре-минорная, ну, как бы как основа, да. И какие-то еще, я уже сейчас не сильно помню, какие-то тематические материалы, которые так вот возникали в голове. Я не выстраивал сильно план, мне интереснее всегда делать это все стихийнее, потому что тогда мне любопытно на себя посмотреть со стороны, что происходит. Что Music Fest, он как бы соотносится с именем Баха в этом плане, с одной стороны. А с другой стороны, вот нам нужно понимать, что действительно Бах – это вот человек, которого мы должны не просто чтить или знать, что это он такой вот какой-то дедушка, который очень хороший, в свое время он там что-то сделал интересное. Нет, это человек вселенная для музыки. Давно я как бы потихоньку все это делаю. Ну, с детства еще я услышал какие-нибудь песенки, да. Неважно какие, я же не знал, песенка ли это, или академическая классическая музыка. Ну как, догадывался примерно, но мне просто нравилось. Если нравилось, я переделывал под себя, как мне интересно было. Если не переделал, то просто слушал и делал, как услышал, да. Как бы, ну и постепенно было, вот, собственно, это был путь и к джазу, путь и к музыке вообще, и путь к тому, чтобы вот это все смешивать где-то как-то. Иногда, ну, смотришь ноты и чувствуешь внутренним слухом, слышишь, это все очень интересно.